Всем доброе утро. Суббота. У нас утречка. Ну, в смысле, уже 10. Только что выставила видео. Дэнни уже это самое начал работать над машиной. Сейчас чмурнул в магазин, там в каком-то магазине не бесплатно, а на распродаже. Уголь продают для гриля, так что он пойдет, это возьмет. Все-таки у нас же праздничный сезон, вот. И я пока с чайком балдею и с чашком. Может, он скоро заснет, и я это самое хоть освежусь в ванной. Вижу, за сегодняшнюю ночь я потеряла 5 подписчиков. Ну, в общем, я не удивляюсь. Сейчас у меня много просьб, типа вот взаимной подписки, все такое. И я много подписываюсь обратно. Некоторых я даже не вижу, они идут в спам. Те, что идут в спам, я так... Я проверяю, там некоторые каналы такие... девочки, полуголые... Думаю, оно мне не надо в моей ленте. У меня дети, они видят, что у меня на телефоне. Я подписываться на это не собираюсь. Так что, в общем, не на каждый канал я взаимку делаю. Так что, в общем, не удивляюсь, что... Вообще, я понимаю, каждый друг друга там поддержать хочет. Это, конечно, я понимаю, с такими этими самыми запросами от YouTube я... Я это все понимаю, не отказываюсь, но времена тяжелые, так сказать. Но, конечно, для меня лучше иметь вот именно подписчиков, которым я в самом деле нравлюсь. И хотя я не отказываюсь от взаимопомощи с другими каналами, потому что некоторые каналы в самом деле мне интересны, и некоторые из них заинтересованы мной, по крайней мере, хотя бы когда я к ним захожу, они заходят ко мне, просматривают видео и комментируют, и это, в общем, в самом деле помогает и приятно. Так что я не 100% от этого отказываюсь, но я понимаю, что, скажем, если ты подписался взаимку на 1000 каналов или там сколько, ну, это просто нереально их все просмотреть и поддержать. Так что... Да, моя сладкая, ты меня понимаешь. Короче, Анжелика хотела привезти, ну, сделать приятное Лирике, и хотела привезти ему что-то вкусненькое, что ему нравится. Но так как она едет на обед, то, в общем, из главной еды она, нету причин, нету резона что-нибудь вести. Она спросила, какой десерт ему нравится, и он сказал «коконат кремовый пирог». И я загорелась, а я никогда его не делала, но думаю, смогу. Это самое. Нашла рецепт и уже думаю, все, буду делать. Я была уверена, что у меня есть кокос. Нет у меня кокоса. Анжелика так, мама, может лучше купить? Мама, давай купим, давай не будешь пить. Я говорю, не поняла, что такое? Я тоже хочу приятное ему сделать. И, короче, не доверяет мне. Прикиньте, такой кулинарше, такой поварихи, как мне, она не доверяет. Ужас. В общем, ей повезло. Будем мы покупать пирог в магазине. Предлагаю вам на минуточку полюбоваться на вот эти сонные глазки. Ой, пусть. Самые красивые, когда они сонные. Ты отстань, мама, от меня. Отстань, мама. Итак, образ дня сегодняшний. Такое платьюшко. Двойная юбка. Вот это такая вся такая развивающая, мне такая нравится. Такая легкая, женственная, скажем так. Вот такой тут это самое. Вперед. А сзади, ой. Вау, that's amazing picture. Сейчас повернусь, даже не знаю, будет видно или нет. Мама, это
такой зад. Мне очень интересно. I want to take a picture on the fan. On the fan? Yeah. О, тоже одна из моих любимых поясок. Платьюшков. Эй, ты мой телефон сейчас побьешь, красопета. Она тут фотосессию с малышом устроила. Да? Ты моделька? Ты наша моделька. Привет. Итак, я с Анжеликой, Джульеттой и Джошиком везем Анжелику к реке. По пути тут у нас недалеко есть ресторан, там, где я покупаю свой любимый шоколадный пирог. Там продают хорошие пироги, и я думаю, там я и куплю ему его кокосовый, который ему нравится, кокосово-кремовый. Это у нас прямо через дорогу от нашего поселка, и потом мы поедем уже это самое к нему домой, завезу Анжелику, Дэнни с младшими детьми, то есть не совсем с младшими, получается, со средними детьми, с тремя средними. А он их повезет в бассейн. У него есть двоюродный брат. У двоюродного брата есть два старших сына возраста Габриэла. И у него где-то неделю назад родился маленький сыночек. Так что он, похоже, дает своей жене отдохнуть от старших. И, в общем, предложил Дэнни пойти встретиться в бассейне, чтобы пацаны погуляли. Так что Дэнни заодно берет девчонок. Так что он с тремя детьми будет в бассейне. Даст мне отдохнуть тоже. Это хорошо. Но они, знаете, так сидят целыми днями. У нас такая жарень. Сидят дома. Хотя сегодня 93 градуса. Не так уж страшно. А к маме, кстати, мастер сходил. Зарядил ее кондиционер фрионом. И все теперь как будто работает. Слава Богу. Вот, а мы едем за пирогом. Это пирог, который мы купили, вот такой кремовый, там такой сверху, подрумяненный, в общем. Едем к нашему сыночку прием. Continue on Oklahoma 51 East for 1 mile. Oh yeah. Yep, I got my boyfriend a pie, because I love him like that. Ha-ha. Everybody sees you. Так, в общем, мы ее сбросили. Похоже, что папа Рики такой же любитель машин, как наш папа. У него тут куча-куча машин. У нас, конечно, место не позволяет иметь все наши машины на нашем, перед нашим гаражом и домом. Раз, два, три, четыре, пять. Короче, там 9 машин стоит. Но у нас примерно столько же машин. Только они везде. Везде. Их надо чинить, их надо продавать, я надеюсь. У нас не только машины. У нас не просто машины, у нас и автобусы. И дом на колесиках. Лодку вы видели, да? У нас есть этот трактор, экскаватор, типа, знаете, Bobcat. У нас много чего есть. В общем, сбросили ее, едем назад домой. Надеюсь, что к тому времени Дэнни выйдет, но что-то я сомневаюсь, чтобы в спокойствие зашли они. Потому что он мне уже звонил, Trinity не ест, это нормально. Кажу, тот станет нее, не ест, так не ест. Разве на... Вот мы едем от Рики. Он живет в городе, в соседнем городе. Ну, видите, так, в такой местности, где люди любят быть не с кучей людей. Не против жить так. Ну, в общем-то, идея, вот мы землю купили, идея для нас была вот именно жить тоже так, где-то не совсем рядом, даже дальше, чем вот это. Вот его родители, ну, его отец живет, он живет с отцом, его мама живет в квартире в том же городе. Вот, а я не знаю, сейчас мы узнаем больше.
больше и больше о нашей земле, там слишком много запрещений, в общем, там, нам, в общем, это не то, что мы хотели. Так что, возможно, мы продадим землю. Но мы уже это решаем пару лет и никак не решим, что мы все-таки будем делать. Жизнь покажет. Короче, дай не засаживать детей в мою машину. Немножко о моем муже. Короче, я уже успела и пирог купить, и Анжелику отвезти, и приехать назад. И мы еще, наверное, где-то час здесь сидели, они все готовились и готовились и готовились, и наконец-то они уже вышли. Я говорю, да выходите вы уже. Я уже... Ну, короче, мы так и не... Я думала, я приду в спокойный дом. Нет, это не случилось. А... Потом, оказывается, не понял, что его двоюродный брат пытался до него донести. Оказывается, двоюродный брат хочет, чтобы он поехал, забрал его старших сыновей и поехал со всеми детьми в бассейн сам. Так как у жены брата было кесарево сечение, она плохо передвигается по дому и все такое, ей надо помощь. Поэтому он остается дома помогать жене. Дэнни так, о, короче, получается, что он едет с 5 детьми. Ну, дети как, кто там? В общем, мы наконец-то одни. Надеюсь, что все пройдет хорошо. Габриэл со Скарлетт, это два такие... экземпляры. Они как начнут друг с другом, типа, то играются, то дерутся, то еще что-то. Это... Я говорю, да вы уезжайте уже быстрее, я уже не могу. Короче. Давай, давай, наконец. Поехал. Ура! Не выехали. Вздохну с легкостью. Пойду что-то покушаю. Я с Джульеттой смотрим криминальные... думай, как преступник. Ну, то самое. Хотя, по идее, мы... Думали, мы будем убирать. Не получилось. Лишь заснул, мы два эпизода посмотрели. Блин, надо хоть бы это самое, посуду помыть, а то мы тут... А то мы вообще оборзели с Джульеттой. Папа, наверное, надеялся, что мы тут прям все-все сделаем. Не, с малышом все-таки трудно. Малыш берет только один долгий тихий час за день. Это обычно с утра. А потом ему только ручки надо. Я не знаю, успею я даже посуду помыть, чтобы оно не проснулось и не помогало мне. Так. Дитятку мою. Давай. Так что пошла работать. Включаем. Ну что, мы еще спим? Мастик проснулся. Ну, в общем, я успела заложить посудомойку, вымыть пол на кухне, потому что я сегодня умудрилась разлить чай. То сок, то чай. В общем, сейчас нас с этой... С Джульеттой пробила на десерт. И у нас ни шоколадок, ни вафли, ничего нету. А хочется хоть и... Есть такое старое мороженое. Я говорю, да, но старое не хочу его есть. Я говорю, а если я сделаю сейчас шоколадный соус? Я, Джульетта, окей? Сделаю. Так что, сейчас растоплю, подогрею это самое, сливки. И... У меня есть шоколадные чипсы. Я предложила просто шоколадные чипсы, но они... сейчас растоплю это самое, с кремчиком будет. Вкусняшечка, сверху мороженое. Ууу, жопа расти. Вы посмотрите. Какая... Ой, это так... Секси. Oh, you know. You know what I mean. Секси. Какая красота. Кто тут у нас секси? Кто тут у нас секси, Мазянькин?
Показывает стирку, пока мы смотрим еще один очередной эпизод. Короче, я тоже влюбилась в это шоу. Ах, тет. И мы, он не смотрит, мы ему не позволяем. Нет. У нас хороший мальчик, он на маму смотрит. Итак, я с Джульеттой и Джошиком едем за Анжелик. Потому что это в нашу сторону идет сейчас дождь, так что мне надо будет ее забрать до того, как начнется дождь. Дэнни вернулся с экстра двумя детьми. Сейчас пацаны играют в Xbox с Габриэлом. Сейчас Масик, сейчас мама начнет, сейчас заведет. Мне надо бензин, потому что Денис истратил весь мой бензин, так что поехали. В общем, сижу сейчас на своем сиденье. У меня же Дэнни в бассейне был. Он же одежду не поменял. Короче, у меня попа сейчас мокрая. Потому что Дэнни сидел своими плавательными труселями на моем сиденье. Так что, я тоже искупалась, так сказать. Что еще хотела сказать? В общем, прикол из Дэнни. Он повез детей в бассейн туда, куда я их возила тоже пару недель назад. Они туда приезжают. Оказывается, бассейн закрыт. Бассейн закрыт, потому что кто-то вырвал бассейн. В общем, случилось то же самое, что год назад, когда я возила детей. Один closed door, Дэннет. Мне показывают, что у меня дверь одна открыта. Это самое. И... Короче, эпизод называется «Облом» или «Как затушить сирену». Потому что вы тоже пришли и типа уже готовы веселиться, и нас выгнали нафиг, потому что кто-то вырвал бассейн. Вот как в Америке, это все как надо, для здоровья. К счастью, к счастью, другой бассейн был открыт, тоже достаточно большой, в том же городе, и они, в общем, веселились там. Так что весело. Пока Анжелику забрал, я вижу, слева от меня там уже шторм, гроза, так что едем домой. Красиво и страшно одновременно. Добро пожаловать в Оклахому, друзья. Я пропустила грозу. Какая любовь. Picture, I'm taping. В общем, привезли мы. Дождик нас не застал. Мы зашли домой, и там пару капелек только упало, и все. И вы знаете, не было ливня. Все-таки прошло стороной нас. Хоть такое страшное небо было. You gonna take a picture? Because you know how. Вот. И, короче, все обошлось. Никто не намочился. Это самое мы ждали. В общем, так что ливня так и не началось. Так что Дэнни сейчас повез мальчишек, племянников, это самое, домой к их отцу. И, в общем, да, у нас уже 10-й час. О, моя сладкая! Моя любимая, сильная мамина! Будем сейчас мы менять дайперы, оденем пижамки, будем красивыми, красивыми любимыми мальчиками. И, может быть, даже скоро заснем. Не надо писаться, мой любимый, не надо. Тут сестра тебя фотографировать собралась. Итак, будем прощаться с вами, друзья. Спасибо огромное за просмотр, вашу поддержку, подписку, комментарии, лайки. И все, что вы делаете для этого канала, я очень-очень вам рада, довольна, благодарна. И, в общем, продолжайте в этом духе. Кто ко мне идет? Кто-то ко мне идет. Девочка маленькая идет. Пытается что-то с моим телефоном взять. Так что пошла я спасать телефон.
А с вами я прощаюсь. Желаю вам до новой встречи. What? Спокойной ночи, до новой встречи и bye-bye.